Друзья, всем большой привет. Вы, конечно, помните, что я спорил два раза на то, что Брестская «Динамо» обыграет Батэя или нет. В первом случае не обыграл. В втором случае в финале Кубка. Ну, вы все знаете, что там случилось. Но я, конечно, слово держу. Брестская «Динамо» с победой в Кубке Белоруссии. Вы знаете, где я нахожусь, на проспекте. Это значит, что через полчаса примерно у меня будет другая прическа. Без хвостика, без длинных волос, без всяких вариантов. Все, как обещал. И вы знаете, сколько лет-то прошло, когда у меня были длинные волосы? Ну, наверное, больше 10. Вот сейчас все закончится. Поехали. Меня ждет офигительный мастер. Райк, привет. Здравствуйте. Рад видеть. Сделай из меня человека. Постриженного человека. Но я бы этого не делал, но проспорил. Давай, мне главное одно условие. Чтобы не выгнали с телевидения, я веду новости спорта, программу. Конечно, без фантазии, но коротко. Классически, да? И тебя не выгнали с этой работы. Давай, поехали. Спасибо.